Заметил, здесь что-то так жарко, да, у них? Прям вот сверху. Смотри, как нормально на них все. Все хорошо? Угу. Пойдем на кофе. Как будто готовились. Может быть, готовились. Может быть. Может быть. Кто-то мог нас сдать, да? Ты же предупредил, да, кого-то, да? А? Ты же кому-то сказал. Я сказал, да. Это Артему сказал. Потому что... с ним связаться, ну, навряд ли. Он говорит, самому говорит, интересно, как у них. Так вот, может быть, ему интересно, он предупредил, и найдем мы или нет. То есть, как они качественно отработали. Ну, может. Так-то и так понятно. Не, навряд ли, он развакуум немерен. Ну, они такое просто не обращают внимания на развакуум. Ну да, может, и так. Ну, очень странно все. Все, Владимир Владимирович, очень странно. Я думаю, предупредил, чтобы посмотреть, насколько они смогут подготовить магазин. Мне тоже так кажется, потому что у них всегда был просрок здесь. Хоть в чем-то, но был. А сейчас нету. Вот развакуум они не снимают, а вот просрочки почему-то нет. Почему они все вот так помяты, как будто смотрели. Я так не играю. Чем мы пришли тогда, да? Что, вообще ничего не найдешь? Я не найду. Найдем. Что-нибудь найдем. Вот. Тут они не бегают. Обычно я заходил, они сразу бегают, суетятся. А тут тишина. А ты когда предупредил, сказал, что придешь? Ну когда? Когда я тебе писал? Пару дней назад, наверное. А, ну. Достаточно времени. Ну да. Достаточно. О. Просроченную одну штучку нашел. До 23 сентября, прикинь. А она сегодня какое? Ноября. А, декабрь сейчас же. Уже декабрь. Октябрь, ноябрь. Два месяца. Травму-то испытал или нет? Да, уже начинаю. Уже скоро наступит травма. Угу. Смотри, вообще ничего нет. Это неспроста. Шесть плюс шесть, 12. Я нашел. Какое это такое? Что такое, не знаю. А, это тоник ежедневный баланс. Готовлен 6/21, 30 месяцев. То есть 24 месяца это 6 и 21, и 6 месяцев это 12 и 21, до 12. Ага. Ну, это надо брать. Да? Так а что, им руки протирают или что? Что это такое? Ну, так. Так, авокадо. Пропитайте ватный диск. Так, так. Протрите лицо и зону декольте. Для тела. А это уже свеженькое. Это уже свеженько. Так. Прокладки не хочешь себе посмотреть? Себе? Да. Мне-то зачем прокладки? Ну а тебе зачем вот это декольте? Зона декольте. Ну она же просроченная. А, ну так-то да, я просто... Будут говорить, что ты покупал не с целью употребления. Нет, конечно. Я ж тебе подарил, Владимир Владимирович. Так что я для тебя, по сути, покупаю. Понятно. Так, так. Хотел меня, да, подколоть, а в итоге сам попался.
Да я, может, тоже кому-нибудь подарю, понимаешь? Не, ну это уж, конечно. Догадайся, там... кому по кругу. А, мне, что ли, назад? Так, о, стиральный порошок. Давай посмотрим, может быть... Так. Чтоб я не нашел. Что, нашел? Конечно. 18 месяцев срок годности. Изготовлено 31.01.22, 31.01.23 год, 31.07. Ну, возможно, она одна. Нет, еще одна есть. Слушай, походу реально подготовились. Сто процентов, Денис. Ну, я тебе говорю, детская всегда была. Они детская вообще не смотрят никогда. Просто я говорю, чисто проверить, смогут ли они подготовиться к проверке качественно. Ну, да. Потому что так, что ты найдешь просрочку, это ему и так очевидно. А зная о том, что придут с проверкой... Ага, ну да. Немножечко другой эксперимент. И уже... Тут уже наказание должно последовать, правильно? Да, да, да. Что типа вас предупреждали, да. А вы не смотрели. А вы ни хрена не сделали. Это как-то нечестно. Не, ну с другой стороны, посмотрим, как они себя вести будут. При возврате. Большие сроки в этих пакетиках. Че? Ну, большие сроки запаса. А, да, 10-24. Очень большой запас. Я говорю, что везде большой запас. Ну, типа, чтобы ты больше не приходил сюда. Да, да, да. Что, типа, нечего тут делать. Обалдеть. Вот это да. Ну, ладно, мы сейчас в другое место сходим. Ну, придем, когда нас не будут ждать. Правильно? Не, я говорю, 100% готовились. Даже это... Нет сомнений. Я потом, если и здесь у них свежие, значит, это без вариантов. Вот это у них всегда было просрочено. Да? Что свежего? Да уж. Ты только про один магазин говорил, да? Что придешь проверять? Ну да, ну да. Просто на контрасте можно какой-нибудь другой магазин проверить. Если поехать, то только в холл. Ну где нас не ждут, потому что он знал, что я, что с тобой буду я, соответственно, наверняка команда была по всем магазинам. Навряд ли. Вряд ли, да? Я же был сейчас. Понятно. Ну, можно в колу съесть ради интереса. Вообще маркировки нет никакой. Ну, поедем в колу. Поедем? Угу. Мы-то с тобой один раз всего там были. Один раз. Причем очень давно. Да. Так, нам возврат надо сделать. Возврат? Да, это просрочный. Денис, показывай, куда смотреть, а? Где фотографировать. Вот здесь. Здравствуйте. Я купил просрочку. Подарил Владимиру Владимировичу. И мне нужно сделать возврат. А это все мятые банки, развакуум кофе, развакуум рыба. Срок годности 30 месяцев. Здесь 18 месяцев срок годности. До 31.07. Thank you.
На 4 месяца. Месяцев. 6-го было 24 месяца, плюс 6 месяцев, 12 месяцев. 30 месяцев, 2 года и 6 месяцев. Трудно с математикой. Жесть. Ой, чек покупки, чек возврата. А, кстати, даже подошла, она даже не посмотрела, что это все помойка. Все? Что, мы забираем все без проблем, да? Чего? Ты хочешь хайпануть? Да. Надо. А то она, сделай возврат, убежала, да? Что вот у нее на уме? Может, она скажет... Побежала заявление писать. Полицию вызывать, да, кого там. Охрану. Да. Надо пакетик купить. Девушка, продайте мне пакетик, пожалуйста. Сколько там? 7 рублей, да? Ну, я тебе дам подержать. Подержать? Ну, ладно. Подержать. Ты думаешь, она придет? Мне кажется, она уже не придет. Не знаю. Это у нас, получается, Ольга, да? Слушай, такие фотки ужасные, да? Это жесть. Кто же так фотографировал? Сейчас мы их сфоткаем. Получается, Ольга, да? Сделаем красоту. Так а если она не подойдет? А, это идет назад, он идет. Который ходил узнавать. А как она подошла, боится камеры? Вот это Ольга. Там. Б! Смотри, контент сам напрашивается. Ты ж хочешь. Иди домой, я дома разговаривай. Да ничего, подожди. Да, контент сам прилетает. Я просто в шоке. Молодой человек, вы мне кричали? Контролер, говорю, вы мне кричали? Вы просто скажите, мне или нет? Если не мне, так я от вас отстану. А... Не мне, да? Денис говорит, что он не мне кричал. А, что он говорил? Роллов хочешь?
Что, просроченную? Да. Давай. Намного? Да хрена. Понятно. Ну, типа того. Как они любят говорить, хайпуем. Просроченный товар лежит. Такое, смотри, вок с курицей вообще до 9 утра. Да как много? Покупаем. Продадите? Много ли просрочки для одного дня? Ольга, продадите? Нормально так. Сроки? Сроки, сроки. Сейчас Диме позвоним. Будут вам такие сроки. Что обалдеть. Я уже убрал. Я уже убрал. Ну, 10,5 снимаем. Сколько написано время? 9. Угу. Мы все снимаем здесь. Срок годности до скольки? До 9. Ну. А как вы в 10 снимаете? Сначала я буду снимать, я новый. Снимать надо 8 за час. Там же написано, до какого я хочу. Связи нет. Гудков нет. Зачем вы сюда складываете? Это тоже просроченное там лежит? Денис, а зачем сюда складываете? Это они снимают за 10 все. А, снимают? Ну, заранее, в смысле, что уже просрочено. Че, где гудки-то? Просто я на витрину опаздывал, новую делал. Все, надо выбросить, или я могу пойти? Ну, что ты хочешь выбросить? Молодой человек. Я должен выбросить. Ну вот молодой человек, вот это, вы руки положил. Можешь уберите. Где все? Руки почему? А? Руки почему убрать? Ну потому что это наш товар. А, это ваш товар? Да, конечно. Ты можешь вот это забрать, то, что ты положил тут до 16 часов. Это нам не надо в нашу корзинку ничего складывать. Мы, если даже это не просрочка, мы выкидываем. Я говорю, нам не надо ваш товар складывать в нашу корзинку. Вот, которую вы там взяли, обратно заберите, остальное, пожалуйста, не трогайте. То, что вы успели снять, молодцы, сняли. Твое. Это тоже твое. Ну, вы это говорите, не просрочка, да? Это нет. Это нет, ну мы выкидываем. Ольга, а куда вы эту коробочку унесли? Мы-то сняли раньше, мы сняли уже просроченную. Ну, если даже не просрочка, выкидываем с 10. Молодцы. Ну, это получится. Ну, вот, выносите свое, что нашли, выкидывайте. А это тоже? Я должен выкидывать. Вас не должно так это наш... волновать, как распорядиться покупатель со своим товаром. Молодой человек, что вы стоите? Не мешайте нам. Вы что, покупатель? Да, мы покупатель. А кто мы? Что, на нас это, по нам не видно, кто мы? Дима не хочет трубку брать. Ольга обратно положила, нет? Я что-то не обратил внимания. Не, он забрал. Положил, да. Ну что делаем? Молодой человек, когда хотите поставить корзинку, попросите, чтобы я отошел. Не надо меня. А ты не пойдешь сейчас? Ну-ка, иди-ка сюда, Орел. Орел, иди сюда. Что за борзота? Ты кого послал? Ты кого послал, а? Кого послал, говорю? Все, хватит, ребята. Ты кого послал? Убирай свою эту. Ты кого послал? Ты что думаешь? Ты что? Ты кого послал? Все, хватит. Что ты персонал? Ты кого послал?
все, хватит. Снимай свои. Ты кого послал? Жвачки-то, баранки. Ты кого послал, Орел? Слушай, не надо. Как фамилия? Как Иванов моя фамилия. Без штанов? Понимаешь? Покажи. Так, директора давай сюда. Давай. Денис, позови до директора. У меня четко зафиксировано, он меня послал. Давай. Так вот, Иванов в кавычках, ты здесь последний день работаешь. Поспорим? Чё ты бегаешь, а? Иди сюда. Или только смелый, так вот, да? Чё тебе надо от меня? А? Иди баранки снимай. Да я сам без тебя решу, что мне делать. Сначала тебя сниму. Снимай. Так что ты такой деловой-то, а? Чё, все уже? Жим-жим? Жим-жим, говорю. Чё ты меня посылаешь? Ты снимай. Что я? Баранки, а не народ. Да не тебе указывать, кому что делать. Я говорю, чё ты меня посылаешь? Это мне решать. А, тебе решать, да? Ничего не попутал. Говорю, ничего не попутал. Это ты путаешь. А? Ничего не попутал. Где он баранки снимает, а не народ? Ты что, народ, что ли? А кто? Кто ты? Я бы тебе сказал, кто ты. Но в общественном месте не буду выражаться, как ты. Я ума не хочу сказать, кто ты. Я тебе могу сказать без проблем. Но не в общественном месте. Хотя ты там сам знаешь, кто ты такой. Я намного выше, чем ты думаешь. Выше? В чем ты выше? В чем ты выше? Зачем тебе знать? Умный, что ли? Кроссвордов до хрена рассказываешь, разгадываешь. Кому ты нужен? А? Иванов, Иван Иванович. Но он, наверное, своих родителей также посылает. Да? А, Иванов. Ой, что это за век? Вот ты зачем меня сейчас провоцировал, а? Заметь, я стоял к тебе спиной. Ты подошел и меня толкнул тележкой. Я тебя не толкал. Ну как не толкал? Не надо, слышишь? Я повернулся, сделал тебе замечание. Ты в ответ мне что сделал? Не надо. Послал меня. Не надо басни рассказывать. Басни не надо рассказывать? То есть я просто так повернулся и на тебе сделал замечание, так, да? У нас тут такой кадр есть. Ну вот мы посмотрим, как ты ставил тележку, толкая меня тележкой. Тебя никто не толкал тележкой. Не надо. Ну вот мы сейчас запросим камеры и посмотрим. Где Ольга-то? Ну, ты готовься, короче, можешь искать другую себе. Хотя я уже не знаю, куда там тебе еще устраиваться. Кроме как контролёра, другой магазин. Пятерочка. Да? Кем-нибудь. Грузчиком. Сейчас Сергей Трофимов выйдет на связь. Мы с ним связь. А позовите директора. Где директор? Молодой человек, вы вот выглядываете, я так понимаю, вы мне и поможете. А видео он сам. А кого мне снимать? Позовите директора кто-нибудь. Давайте, чтобы я не бегал за вами. Просто директора позовите, я с ним уже решу, что я хотел. Хорошо? Спасибо. Ты можешь попробовать Трофимову позвонить? Рано еще? Правда? Так звони, а что ты, кому звонишь? Ты дозвониться не можешь или чего? Надо узнать, это кто он, работник магазина или привлеченная организация? Ну вот они ходят, охранник, не до охранника, они, по-моему, даже за. Но они контролеры, я так понимаю. Вы в организации какой работаете? Алло, привет. В магазине, я имею в виду, ну, договор у вас с кем заключен, трудовой? Охрана. Сергей. Сегодня первый день. Ну, охрана, понятно. Слышно? Да блин, у меня просто какой работаете? Связь кинула. Короче, мы пришли в магазин. Ну, в магазине работаете? На 2000 просрочки. Угу, спасибо. Там стиральный порошок до 21.07. Крем просроченный. И до 23 сентября. Какие-то колечки с чесноком. Тут какой-то охранник, типа он, не знаю, Иванов, не он, седой такой ходит. Он четко на камеру послал Мамаева. Мы видео для тебя делали. Вот, и он четко прям пошел на. А? Что хотел? Ничего не хотел. Он прошел, тележка его толкнул. Он развернулся, сделал ему замечание. Он в камеру сказал, а, мой, а, мой.
Вот. Ну и очень много просроченного, вот это много лосося. До 9 часов. Вот. Ну ты, наверное, предупредил, да? Они-то прям подготовились. Мало нашли. Угу. Ну вот видишь. Ну нет, конечно, правильно. Но видишь, как они подготовились? Охранник. Надо как-то решать вопрос, Сергей. Ну, ты видишь, что там произошло с охранником. Вот, и это самое, можно решать вопрос. Чтобы директора позвали, директора нету. Я сам разберусь. Мы хотели... Ты не знаешь, директор у них сегодня есть или ты сказал? Слушай, директор магазина? Ага. А вот, да, вот Ольга идет. Ну, короче, такой. Ольга, здравствуйте. Я так понимаю, вы старше, да, сегодня в магазине? Да, я старше. Смотрите, мне нужно выяснить, как зовут данного гражданина. Так, ребят, давайте. Гражданином это отдельная организация. А, то есть это отдельная организация. А можете сказать вообще, ну я понимаю, что он у вас все-таки... Я не хочу, чтобы вы этот цирк вообще устраивали. Давайте вот решим... Ольга, давайте, чтобы на вас жалобы не было, да, чтобы вас не увольнять, чтобы вас не увольнять. Достойно ведите. Давно вы выпустили товар, устраиваете все. Давно вы выпустили товар. Я знаю. Давайте борзые. Вот эти. Вот это борзые. Это вы это борзые. Просто настолько борзые. Давайте решим. А тебе не надо вот за это все. Что ты сказала? Что? Что ты сказала? Что? Что слышал, то и сказала. Ты прикинь, как хамишь. Да? Ага. Ты как хамишь. Да я сегодня, по-моему, никому ничего не хамил. Да я смотрю, как вы разговариваете. То у меня ведется непрерывная аудиозапись. Ребята, и видеозапись. Давайте, да мне все равно. Где ты ребята видел? Понимаете? Давайте. Ты почему со мной так разговариваешь? Я тебе позволил? Ты что, смотри, все, хватит, ребята, ты что? Кирилли, блядь! Ни хрена себе, падла! Он меня ударил, блядь, блядь! Пиздец, блядь! Давай, давай! Ты что, охуелся? Принялся всем, блядь! Мудаки, блядь! Мразь! Я вам отбили... И мочки, блядь! Ты на себе, там мразь, что будет на меня лить? Ты блюдок! Я вызываю сейчас. Полицию вызывай. А, Вов, броню. Вызывай полицию. А, слышишь? Давай. Давай передвинемся, чтобы это... Сергей. На нас напали сейчас твои охранники. Прям хотели, мечтали. Один меня в лицо ударил. Вот, ну я ему сдачу дал. Сначала замдиректора ударила по камере кулаком. По камере Мамаева. Просто кулаком ударила. Вот. Чего? Да ни за чего. Она ему сказала, ты давно вышел? Будешь тут право качать. Ну вот мы с этой просрочкой стоим, с этим, с роллами. Она говорит, ну что, ребята, давайте решать, и что решать. Я пытаюсь Диме дозвониться. Она ему, мама ему говорит, ты давно вышел? И потом ударила по камере. Он ее толкнул, налетел охранник. У нас все это записано, все, и аудио, и видео. Денис, полицию вызови, и руководство пускай приезжает, сейчас будем разбираться. Может, ты подъедешь. Кто, чего и как. А, слушай, пришли вот этого, который здесь, кто у них главный сейчас? Ну, твой зам. Начальник? Да. Позвони, пожалуйста. Ага, давай. Ты смотри, какая борзота. Еще будет... Еще Рукина. Раз говорю, позови, вызывай звони, полицию звони, первым звони. Делом. Я применил газовый баллончик, соответственно, звони. Должны дожидаться в любом случае.
Я просто не могу позвонить, поэтому я тебе поручаю под запись. Смотри, какая борзота. У меня просто выхода не было, я должен был применить. Я сначала думал, что я его оттяну, но у меня не получилось, поэтому я начал так как они уже. Втроем на тебя. Не, они на тебя, я поэтому как бы и стал. Здравствуйте. Нам надо вызвать наряд полиции. Мы зашли в магазин, хотели приобрести товары, и на нас напала замдиректора. И потом налетели охранники, стали бить нас охранники. А? Стали защищаться, и пришлось применить газовый баллон. Всех потроили, говорит, да что? Это перцовый, ничего страшного, не газовый. Ну, неприятно, согласен. Масло, Денис Анатольевич. Ты-то сюда не лезь хотя бы, хорошо? Ты еще матом еще поговоришь, сейчас поедешь. Ты что лезешь, молодой человек? Да? Нифига ты борзота. Так подожди, ментов-то. Слабо? Так а что ты влезаешь, чтобы разговор не мог понять? Ну, значит, были основания брызгать, вот и брызгаем. Вполне. Так, Ленинградская. Ну, так тебе что, объяснить даже надо, что ли? Полезешь на меня с кулаками, узнаешь, какие основания. Да. Ты давай это, следи за речью. Сейчас сам пойдешь, орел. Что, напал сначала замдиректора, а потом напал охранник. Да ты тупой. Что ты хочешь от меня? Вот стоишь и рядом стой, блядь, и не вякай тут. Ага, сам спасибо. Иди туда. Спасибо. Умник тоже. Да кошмар какой-то, просто. Ты посмотри, как она себя нагло вести начала. Да. Просто, блин. Повода вообще не давал никакого. Ни с кем не общался, ничего. Я не виноват. Так а зачем с кулаками лезешь? Это не надо. Это магазин. Где народ? Меня приходит это сюда. Этот товарищ сразу начал провоцировать. У меня куртка вот пахнет. Ты сделал? Зря. У всех платье пахнет. Баллон, ты видишь баллон? Баллон, видишь? На карман. Чего? Слушай, я нормально реагирую. Ну, нормально все. Да это ж не газ, это перец. Просто, видать, кто схватил. Меня тоже, кстати, немножко попало, поэтому... Так, а я когда за ней пошел, у меня... Ты видел, как он дрался? Вот так, голову опустил. Так он меня тоже ударил. Меня тоже ударил. Попал. Ударил. Только не помню, в лицо, что ли, попал? Он первый, ну, как бы промазал первый раз. Не знаю, почему он промазал, но промазал. Ребята, у меня кушают, накрасили, награда. Нету. Это пройдет. Это молоком. Молоком обработайте и все. Что договор? Молоком. Молоком. Молоком, да. Блин, вот надо пристегивать, понимаешь? Видишь, на магнитике оно отлетело. Да. Хорошо, что нашел. Он сразу упал, я сразу поднял. Угу. А я сначала думал, что у тебя отлетело, а потом у себя смотрю, у меня нету. Думаю, ёпарасоте. Я потом смотрю, у тебя есть, думаю, значит, это мой отлетел. Я, блин, поразился. Какое-то чмо на меня руку поднимает. Я не ожидал, что он просто ударит. Я же стал оттаскивать их, вот этого, который второй. Ты понимаешь, они думают, что если вот она женщина, она может вот это делать. То есть она может ударить по камере, она может тебя ударить, это все нормально. Она думает, что вот эти два охранника, так сказать, будут ее защищать. Но они полезли в конечном итоге. На самом деле они не должны были лезть. Они не имеют права даже к человеку подходить. В свое время, конечно, помнишь, конечно. Как ваки этот, с Росгвардии сказали, у контролеров нет права даже к людям просто подходить, к ним обращаться. А у них удостоверение. Денис, я стою, ну, да. Тебя снимаю. Этот хмырь подходит сзади, меня тележкой тыркает, понимаешь? Угу. Ну, понятно, чтобы поставить тележку в то место, где, видимо, я ему мешал. Ну, так я ему и сделал замечание. Так ты просто скажи, что я отошел. И что он как в ответ начал делать? Он меня просто послал. Да, послал. К сожалению, звук не записался далеко. А, вот. Так что, там очень четко все видно, что он говорит. Ну, так я говорю, четко видно, звук просто не записался. Денис, оскорбление, это не обязательно должно быть словами прозвучать. Это можно и жестами показать. А, ну, в принципе, да. То есть, если ты покажешь, условно говоря, фак, да, это уже является оскорблением. Да.
То есть это нарушение общественного порядка. То есть он должен уехать по 20.1. Я еще в Трампун поеду. Да, да. Но меня как бы он не сильно ударил. Есть какое-нибудь пятно здесь? Нет? Есть. Есть, да, красненькое? Ну, ладно. Если бы он первый раз попал мне, он бы попал бы нормально. А так он не, ну... Так я и не понял. Я не понял, почему драться начал. Ты же этот самый, она тебя, он налетает на тебя, ты его отталкиваешь, он начинает махать. Я, если честно, тоже не совсем понял, как все произошло. Я только понял, что сначала я начал его руками оттягивать. Но у тебя же еще камера в руке. А, я уже не помню, камеру я, по-моему, сразу же положил в сторонку, начал его оттягивать. А, ну или одной рукой ты начал оттягивать. Я положил камеру, когда они вдвоем на меня уже полетели. Короче, я забыл про баллончик, я начал его оттягивать. А потом я понял, что как бы сейчас будет что-то нехорошо. Я сразу начал доставать баллончик, брызнул, все закончилось как бы на этом. Так, конечно, потому что если бы я начал драться, да, то было бы... Ну... Не остановить их было бы. Ты они... смотри, он просто как бык опустил глаза, и просто вот он бьет, он даже не смотрит, куда он бьет. Да, да. Я вот так его рукой держал, стал опускать уже, и чтобы его хоть как-то утихомирить. А ну, что, по голове... Хорошо, что они на тебя сразу полезли, понимаешь? Потому что если бы, ну, у меня камера тут, да, это конечно, все, я конечно. Бы... Тем более, говорю, он первый раз, ну, нанес мне удар, но он почему-то промазал. Не знаю почему, ну, блин, со всего размаха. Может, я уклонился, может, не знаю. Ты уклонился, да. Ну, уклонился. Рефлекторно, и потом да. же я, ну, я не ожидал, что он бить будет, понимаешь? Так а кто ожидал? Ты думаешь, я ожидаю? И этот еще лезет. Я пытаюсь его, когда он уже полетел, я его, ну, не помню, на камеру будет видно, когда, в каком момент я стал его оттаскивать. И тут он переключается на меня, и этот второй сюда летит. Денис, видишь, все-таки баллончик работает. Да, без баллона, конечно, здесь смешило было бы. Потому что у всех, ну, перестало, пропало желание драться, у всех. Кстати, даже, говорю, мне брызги, видать, попали, и я когда пошел, я просто понял, что, как бы, да, в таком состоянии драться точно не захочешь. Да. А у меня нет баллона. Да, что там полицию вызвал, что сказать, да, подъеду? Полицию вызвал, Трофимов сейчас позвонит начальнику СБ, чтобы тот приехал, с этими разбирался. Ты, может, сюда отойдешь, там, кстати, сильно, здесь попрохладнее. Может, молочка тебе купить? Ну, да не надо ничего. У меня в машине есть молоко, могу. Не, опасно сейчас выходить, сейчас на улице меня нахлобучат, а мне еще на улице. Кто стоит? Охранники, думаю, стоят? Ну, пускай стоят. Ой, мне, думаю, откуда? Вот мне. Куда прилетело? На руку. Наверное. Ребята, сейчас задохнетесь. Месяц сказал. Так все от баб, знаешь, да, вот да. Они все провоцируют. Да что там, все нормально. Ну видишь, у каждого человека своя реакция. Это ему хорошо, что в глаза не попало, чтобы с ума сходил. Ну причем вентиляция же есть. Надо сейчас видео обязательно с камер, чтобы да. как все это было, с чего начался конфликт. Может позвонить. Кому? Роме. А? Роману. Ну, позвони. Ну, просто коротко обрисуй ситуацию, что, чё, как произошло. Блин, наверное, себе шею немножко вывернул. О, ну, так правильно, ты так от него уходил. Чё, вдвоем налетели. Втроем. Да, чуть-чуть шею подвернул, что-то прям. Она же тебе чувствую. Еще ударила, по-моему. Ну, кто-то у меня ударил такой. Я стал ее оттаскивать. Этого. А, все, она начала прямо реально руками да, махать мне в лицо. Все, вот это я вспомнил. То есть она реально начала бить меня в лицо. Угу. Так, она может быть занят. Сейчас попробуем другой. Я дрался последний раз, забыл, когда, блин, защищался.
Нашли, блин. А я, кстати, разговаривал с Трофимом, он сказал, что да, он их предупредил, что я приду в воскресенье. Я их предупредил, ну, как ты и говорил, что проверить, насколько они справились. Я говорю, что они подготовились, видно было, что подготовились. А тут, видать, нервы сдали, что ты взял и в таком объеме нашел вот эту вот просрочку. Во-первых, в объеме, сколько мятого перемятого. Ну, это ладно еще, а то, что просрочено на большие сроки. Я позвонил ему, сказал. Ну, они просто поняли, что попали на премию, скажем так, на лишение премии, и поэтому решили 100%. Таким образом высказать свое фи в отношении нас, что как они к нам относятся. Ну, в частности, ко мне. Хотя, как ты заметил, я вообще практически молчал все время. Я вообще сразу сказал, что она очень борзая. Они очень борзо себя ведут с покупателями. Очень. Я думаю, не только со мной. Ну, это как раз тот повод теперь ходить им почаще. Да? Пока она лично передо мной не извинится. Ну, или ее не уволят. Молоко. Возьми молоко и умойся. Почему? Молоко. Бутылку молока и умойся. Водой не надо. Вода не поможет. Только молоком. Водой будет хуже. Что съесть? О, я что такое? Блин, я точно, наверное, себе немножко подвернул что-то в грудном отделе. Видимо, сейчас тропу поедем с тобой. Пусть, во-первых, этого везут. Позвонок, наверное, выскочил чуть-чуть. За нападение, нифига себе. Что невкусное, Бог? А? Все, что пробуешь, все невкусное. Вообще ничего. Денис, ты не порть мне контент своим чавканием на этом. Ты начал разговаривать с директором, ну, рот-то освободи. Мы же с тобой уже беседовали на эту тему. Но она неожиданно как-то подошла. Ну, это я понял, что неожиданно. Я вообще не ожидал, что такое продолжение будет. Ну, кто ожидал? Она. Ребятки, давайте решать. Что решать-то? Денис, знаешь, чтобы меня в лоб так провоцировать, посылая на три буквы, это, знаешь, это надо иметь либо тупость, либо смелость. Но назвать его смелым я не могу, но вывод какой получается? Ну да. Первый раз он, я вообще даже не видел, кто он такой, что он такой. Первый раз он меня, ну, то, что я снимаю, начал какие-то ограничения делать. Потом я к нему, когда подошел, он сказал, типа, это не мне. Ну, я сказал, это мне или не мне? Скажи, если не мне, так я от тебя отойду и все. Он типа, нет, не мне. Ну, все, вопросов нет. И второй раз, вот когда у меня тележкой сзади со спины начал тыркать. Специально подбивал этот конфликт. Ну, добился. А где второй-то? А я не знаю, я молчу. А, уже убежал, наверное, да? Кстати, он запросто мог свалить. Конечно, да. Вот это очень похоже. Потому что они общались с этой замдиректора, и он быстренько так куда-то делся. Ну, на камеру все здесь есть. Пусть не ищут. Да. Так, еще надо, наверное, как-то на зарядку, что ли, поставить. А у тебя есть? Да есть у меня все. Блин, не хочу куда-то складывать, потому что оно это... Так пакетик. Давай пакетик заверну. Одноразовый. Сейчас я найду. Слушай, есть у вас одноразовый пакетик? Можете оторвать? Да. Спасибо большое.
покажи. Угу. Я в пакет положу. Позвони, уточни, едут или нет, сколько времени. Если отправим. Ты посмотрел, сколько звонили? Так, звонили мы 10:46, а сейчас уже 15 минут что-то прошло. 15 минут? Вроде. Что-то... Блин, шею точно увидно. Мне только, по-моему, бубен прилетело, что-то как-то... Понятно. Ольга, вы будете передо мной извиняться? А я что сделала? А что? Меня начали трепать первым. Трепать, да? Да. А вы уже историю придумали? Нет. Нет? А вы видео-то все-таки, ну, возьмите с камеры, хорошо? Возьму, конечно. Ага. Конечно. Не удаляйте, пожалуйста. Все прекрасно. То есть вы выбрали увольнение, да? То есть вместо того, чтобы извиниться, вы будете увольняться. Согласен? Да? Ну понятно, понятно. Будут увольняться. Все, охранник сбежал. Не хочет извиняться. Говорит, буду увольняться. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вызвали полицию, вот эту волну. Нам едут, не едут? Да. А то там, я так подозреваю, один охранник. Там один охранник, который нападал, похоже, уже скрылся. Я подозреваю это. А скажите, пожалуйста, а остальные сотрудники магазина все на месте, да? Те, кто нападал, да. А тот основной. Еду, да? Да. Ага. Наряд, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, говорит, поехал наряд. Посмотрим. Может, они не с отдела поехали, а кто-то не заявки. Да хрен его знает, что-то пипец, у меня шея только сейчас начинает отходить. Это так все быстро произошло. А я никогда не запомню. Просто когда он меня... Он ударил меня, я еще сказал, что... Но я, правда, матом ругнулся. Меня бить. Помнишь, какой там джентльмен на даче? Денис, когда идет драка, здесь уже... Это уже нарушение общественного порядка и тому подобное. И здесь уже, если даешь какую-то ответную реакцию, даже словами, это уже не что-то нехорошее. Это защитная твоя реакция. А, у меня очки-то почему улетели? А, у тебя очки улетели, да? Он меня куда-то ударил. Ага. Ну, скорее всего, не в лицо. Ну, куда-то. Почему синяки-то не остаются, на самом деле? А, вот так, вон нам товарищ, он уже собирается сматывать, я так понимаю, смотри. Привет. Да, весело, охранник вот напал, пришлось... Охранник мне... Иванов, полицию дождись. А, в волне. Вот полицию он напал, дождись. Сейчас пытается, уже оделся, скрываться будет. Представляешь? Даже меня ударил. Охранник. Я применил кулаки. Охранник. Я последний раз применял кулаки лет 15 назад. Ты не вправе покидать место происшествия. Иди ты нахуй. О, слышишь, послал его. Матом еще послал. А мы ну, короче, полицию. Поедет сейчас в отдел полиции. А, да давай. Спасибо. Да? Денис, ну что я могу сказать? Он сказал, сейчас узнает. Видишь, уже оделся и сваливает. Конечно, сваливает. Он думает, что его не найдут. Ну, розыск объявят и все. Да, я думаю, легко его установить по данным. У работодателя все равно же есть данные. Ну, видимо, да.
смотри, она, Ольга, это вообще вины не чувствует. Я не знаю, почему она себя так ведет нагло. Это, ну, странно, очень странно. Ну, они всегда себя так ведут. Ты вспомни, когда мы еще ходили, снимали по просочке, как они вели себя нагло. Что она, что другие. Не, понимаешь, есть люди, которые... На увольнение? Ну, вы эти заявления будете... Так это вот на своих охранников пишите заявление, которые нападают на покупателей, который убежал уже. Так, а вы... в чем я ненормальный? Скажи мне. Тот охранник ненормальный. Охранник? Не, ну когда мне бьют в лицо, я защищаюсь. А, ну вы не верите. У вас есть столько видеокамер. Посмотрите свои видеокамеры, я покажу свои. Ну и что там? Ну что там? Да, вы что? Серьезно, что ли? Да. А, вас уже подговорили, что говорить, да? Вот давайте сделаем так, вы видеозаписи изымут когда и будем говорить, а вы сейчас воздержитесь от ваших высказываний, клеветы в мой адрес и тому подобное. Я вообще никого не ударил. Кстати, ты не ударил никого. Я никого не ударил. Она ударила по камере, ты ее оттолкнул. Я единственное хотел оттащить того человека, который, ну, вот все. Когда я понял, что я не могу физически это сделать, я достал баллончик и в кучу брызнул. Все, все разбежались. Новый блогер? Так иди, автограф дадим. Яндекс Еда. Хочет хайпануть. Ну, они все такие диванные войска. Ух ты. Какая-то несовместимость. Да, видимо, что-то покушал. Утреннего похмелья с перцовым баллончиком. Да, вероятнее всего, так и есть. Долго так едут? Да, говорю, убивать будут. Да? Да. Фиг кто приедет. Вам уехали. Черт. Я просто не могу понять, когда я смог подвернуть ее. Когда выворачиваю, ты так ушел хорошо от удара. Не, я чувствую, он такой хороший удар, если бы он прилетел, я поймал бы его хорошо. Да. Я думал, что он, я сначала и думал, что он в тебя попал, но ты так резко ушел. Я не пойму, куда он мне попал. Мне прям интересно потом посмотреть. У тебя же две камеры пишут. Да, вот? Да, да. Ну, смотри, с того момента, как она ударила по камере, я не знаю, что там писалось уже. Ну, будем надеяться. Ну, в любом случае, наушные камеры же есть. Ну, причем смотри, сколько. Вон, вообще. Как раз в самом... классном месте, потому что еще чуть дальше, там уже меньше и началось бы. Денис, я в правой руке держу камеру, ну да, у меня левая рука свободна. Кого я мог вообще ударить? Ну, я могу только левой рукой защищаться, отталкивать, хватать кого-то и тому подобное, но ударять с камерой, я думаю, вряд ли. Ну, знаешь, я не хочу, чтобы мое имущество там больше, чем в районе 100 тысяч пострадало. Так и есть. Какой статус? Больше 100 тысяч, плюс телефон еще. Телефон, вот это все, да. А, еще звук оборудование. Так подожди, у меня диктофон, рекордер, телефон, камера. Ой, я уже думал, эта штука пропала. О, здравствуйте. Здравствуйте. Сволочи, людей поотравляю. Да ты что? Здрасте. Здравствуйте. А кто нас вызывал? Я. Женщина, в чем проблема? Его вызывали. Женщина, кто сволочь? Да. Кто сволочь? Убирайте камеру. Вот кто сволочь, я еще спрашиваю? Убирайте камеру. Рот закрой. Кто сволочь? Кто сволочь, я тебя спрашиваю? Людей взял, поотравлял. Кто сволочь? Все. Женщина, вы вызывали, да? Человека нет. Возьмите ее, пожалуйста, за сволочь. Директор вызывал? Директор. А пригласите ее. Да, задержите эту гражданку, я на нее напишу заявление за оскорбление в общественном месте. По поводу оскорбления. Охрана. Без какого-либо повода, охрана, это хулиганские побуждения у нее явно. Предупредили, чтобы не скрывался, он послал на. Возьмите ее данные, сотрудник полиции, я к вам обращаюсь. Возьмите данные этого человека в общественном месте, она прилюдно меня оскорбила. Я объясняю, сейчас мы разберемся. Задержите женщину, еще раз говорю. Женщину задержите. Здравствуйте.
вот спровоцировали, они вот такую устроили. Просрочку купили. На 4 месяца. Денис, только. Подожди, давай один человек расскажет, а потом мы расскажем. Весь рассказ. Все. И займите, пожалуйста, видеокамеры наружного наблюдения. Именно с чего начался конфликт. Как он меня толкнул тележкой, когда я стоял, снимал людей. Я даже не видел, что, кто меня толкал. Я когда повернулся, я понял, что это охранник мне толкнул. Я сделал замечание. И, соответственно, как потасовка была. Я к тому, чтобы они не уничтожили. Это же глаза забрызгали. Он вызывал скорую? Он вышел. А скорую Сережа вызывал, нет? Это кто? Не ранник? А где он, что, дома? А скинь Сережу его телефон. Звоните напрямую. Он бодро послал Владимира Владимировича. Да нет, он нормально обозвал, был. Да? Абсолютно мы нормально. Мы сказали, дождитесь. Сейчас приедет полиция. У меня все люди продавцы уже от него оттаскивают. Все люди-продавцы от него оттаскивают. Да, люди все продавцы. Да я оператор, у меня в руках есть. Камера. Как, значит, с кем я тут дерусь или тому подобное. А в меня вцепился. Я все покажу, как он вцепился. Вот зачем вы врете? У вас камера есть. Он меня трепал. Прям трепал, да. А зачем вы руки распускаете? Зачем вы мне по лицу ударили? Вы нарушили мое личное пространство. И поэтому надо бить в лицо? В лицо нужно бить? Нет, я зачем вы? Вы знаете, что вот это оборудование стоит больше 100 тысяч, которое у меня в руках? И вы поверьте, я с этим оборудованием драться ни с кем не собираюсь. Мы наше видео посмотрите. Ну и вас тоже предоставите. Конечно, конечно. Что у меня самое интересное, у меня идет непрерывная запись. С этим-то что делать будем? Утилизировать надо, что с этим делом. Так они сняли по времени. Сейчас даже не смотрю. Что врешь-то? Что ты врешь, да, Оля? Это... Да что ты врешь? У нас непрерывная запись, даже ты лыбу не дави. Лыбу не дави, тебе говоря. Оля, ну ты нахалка, ну ты наглая. Ты, такая наглая. Ты прекрасно ты знаешь, почему мы сюда пришли, из-за твоего хамства. Ты в курсе был, что мы придем. И ты подтверждаешь это. Я ничего не говорю, говорю, да давайте решим, вы начали меня... Чего решать? Ты сказала, что сказала? Что ты сказала? Да, что ему, я что ты сказала? Я говорю, давайте что решим. Он мне говорит, как ты мне, что ты мне тут начал? Зачем ты как, так? Ты что сказала? Ребят, зачем ты так? Ты ему что сказала? Что? Зачем он? Давно он что, вышел? А что такого обидного? Ну, серьезно, что ли? Серьезно? А ты не попутала? Нет. Нет? Ты думаешь, никто не знает, Мурманский где ты был? Вот вас бы туда. Она все равно продолжает. Тебе чего? Интересна моя личная жизнь, что где был? До 31.07. Ну тогда не лезь, несу свой нос горбатый. Поняла меня? Нет. Да. Алло. Это правда, это факт. Твой нос горбатый, который ты суешь куда ты попало. Бич, посмотри, бич. Серьезно, что ли? Смотрите. Серьезно, что ли? По себе судишь. Срок годности 18 месяцев. 31.07. Что, конкуренцию тебе кто-то составил, да? Жрачку твою отбирают. Плюс полтора года. Зарабатываешь? Да не переживай, я больше тебя зарабатываю. 07.23. Гордись своим носиком, господи. Когда к зеркалу подходишь. 22. Так я вижу, я вижу. По 07, значит, был. На тебе он даже перцовый баллончик не действует. Такой фильтр стоит. 31.07. 30.07. Не производство? Ну. День производства, где? 30.07.22, срок годности 12 месяцев. Годен до 30.07.23. Сколько месяцев прошло? 4. Срок годности сколько? 12 месяцев? Да. Год, да. Срок летом за... Ну да, это уже точно. Охранник, он пропал или нет? Или он где-то здесь? Его вызвали. Он, который я не в конфликт с кем был? Да. Он дома. А, уже дома? Все себе. Короче, их предупредили, они поняли, что мы нашли, их накажут. Премии лишатся, вот и все. На кого срываться? На нас. Ой, может, что-нибудь все найду? Пить хочу. Может, что-нибудь найду? Попить. То есть, понимаете, то есть мы заранее согласовали наш приход сюда. Сам факт, то, что мы нашли просрочку, когда они 2 дня готовились к нашему приходу. Они знали, что мы придем в воскресенье. Потому что мы заранее поставили известность, что мы придем в воскресенье, будем искать просрочку. Готовьтесь. То есть мы не там, там из-под тишка и тому подобное. То есть они заранее знали.
Просто было очень много жалоб на большое количество просрочек. Конечно, жалуются на то, что вот там хамят продавцы, там охранники иногда себя борзо ведут. Сумки лезут досматривать. У них даже удостоверения охранников нету. Что вы, зачем? Как обычно. Да мы не будем ничего описывать. А еще поэтому. А, поэтому? По заявлению вашим. Нам надо изъять видеозапись. Да. Вот. Потому что, ну, видеозаписи. Почему? Потому что там будет видно, что она меня первая ударила. И она по камере ударила. Они почему это делают? Специально, чтобы не было зафиксировано. Бьют по камере для того, чтобы, ну, не заснималось. Я не знаю, я не просматривал. Может быть, и попало в кадр. Но когда я уже, ну, все, у меня там камера в одну сторону смотрит, ну, все, повернулось, понимаете, да? Попало этот момент, не попало. Я ни ее не ударил. А руки, если пострадали? От чего? Никто не пострадал. Это называется средство самообороны. Им причинить вред невозможно, я вам так сразу скажу. Да. Нет, 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 нельзя, нельзя. Это очень больно, неприятно, но, ну, ничего, ничего не может быть, поверьте мне. Это больно, неприятно, но вред причинен быть не может. Поэтому сказки здесь сочинять не надо. Многие люди в ответ на какое-то оскорбление, там какой-то негатив промолчат. Я другой человек, я не буду молчать. Я дам реакцию. Такую реакцию, чтобы человек понял, что со мной так общаться не надо. Не надо. Вот, допустим, женщина начала меня сдалека гавкать, оскорблять. Я подошел и сразу ей рот заткнул. Но она чека. Если бы я этого не сделал, она бы сейчас начала бы духариться, так скажем так. Вот, 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 арестуйте его, посадите. Ну и там себя бы начала бы накручивать и других людей вокруг. Ну, ничего не захотела бы, ничего. Помайте, не захотела. А что она может против меня? За что? За то, что я сделал замечание, что она в общественном месте меня обзывает? А? Ну, сразу и баллон на меня попал. Ее вообще здесь не было. Ну, я объясняю, что я сейчас. Меня несколько раз пытались ударить, ну, соответственно, промазали, что-то мне вскользь попало, а потом его реально, ну, кулаками наносили удары. Я не сразу стал баллончик применять. Во-первых, он меня далеко, во-вторых, мне нужно камеру положить, чтобы его достать. Я сначала рефлекторно начал его... Ну, я начал рефлекторно пытаться оттащить охранника. Потом я понял, что у меня физически это не получается. Вот только тогда я вспомнил про баллончик и сразу все. И, кстати, очень хорошая штука, она сразу останавливает драку. Сразу останавливает драку. Никому драться не хочется. Потому что если я бы кого-то ударил, человек бы захотел мне в ответ ударить. И понеслось, пока бы там прилавки бы не разворотили и тому подобное. Ну или кто-то кого-то бы не вырубил в бессознательное состояние. Другого пути остановки нету, по крайней мере, я себя так считаю. То есть меня либо отключить надо, либо я буду до последнего. Давайте решим с просрочкой. Я понимаю, что вас никто не накажет. Я никто не отказывался, вы начали все, понимаете? Смотрите, чтобы мы покинули данный магазин и занимались ситуацией по поводу вот этой драки, потасовки, да, мы должны исключить вот этот момент. То есть вы на видео говорите, что товар просроченный. Нет, давайте будем даже конечно. А, товар не просроченный. Нет, при чем здесь товар просроченный? Я буду говорить на видео. В смысле? Мы вам говорим, мы вас не будем оформлять, нам некогда этим заниматься. Понимаете? Что некогда? Я вам предлагала, ребят, уходите. Ты что, со мной торгуешься, что ли? Не могу понять. Я тебе говорю, я уступку тебе делаю, очнись, девочка. Я хочу сейчас написать заявление. Девочка, очнись, тебе уступку делаю. Ждем участкового. Какая-то вообще недалекая умом. Сейчас я начальнику СБ напишу, что она захотела, чтобы мы написали заявление. Все. А вот и как бы и участковый здесь, слава богу. Это что, до такой степени глупая. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте закроем тему с просрочкой, потому что так будет проще нам общаться, чтобы нас уже это не отвлекало. Мы можем это в участке продолжить, потому что виновник потасовки скрылся. Все мы вам детально покажем и расскажем. Видео у нас есть непрерывное. А? Все заснято, непрерывная запись, все это есть. Нам главное установить, что вот эта просрочка, что она не будет выставлена на прилавок, и чтобы директор ее утилизировал. Я вот еще нашел просрочку. Почему он ест? Так, в итоге что? Она до 30.07. Нет, я вам хочу говорить. Все, есть вообще не, вот, товар, который не пробит ничего. Понимаете?
понимаете? Пойдет? Берет и ест. Сотрудник полиции как куда ест? Увозит? Я не услышал, что признает она или нет данный факт, что продается просрочка. От нее должно прозвучать. Мы подаем исковые заявления. Я не собираюсь вызывать вас потом. Конкретный работник признает или нет? Видите, что делает? Еще раз. На видеозапись. Я на вас не кидаюсь. Значит, еще раз. Если нет, составляем протокол осмотра. Если признает, тогда фиксируем это. Мы тогда в исковом заявлении используем это как в качестве доказательства компенсации морального вреда. Чего непонятного? Не надо сейчас прятать, а потом нас обвинять, что этого не было. Я русским языком выражаюсь. Да мы не собираемся есть, мы вам оставим. И говорю, признаете, что это просрочка или нет? Я с вами не разговариваю, сотрудник полиции, я разговариваю с работником. Что непонятно, вы выражаете? Я вам объяснил, что нам нужно подавать исковое заявление и там все доказывать. Это было снято, еще ребята не успели снять. Ну вот за это дам. Да при чем здесь успели, не успели? Вы признаете, что просрочка лежала на реализации? Вот это только, да? Только вот это. Причем вот это? Вот это все, что здесь находится. Нет, это вы сняли. Сотрудник полиции не признает. Еще раз. Просрочку откуда брали? С прилавка? Я все покажу. Значит, давайте все опишем. Сотрудник не признает. Мне нужно доказательство в суде о том, что данный товар при тогда, когда мы его брали, был уже просрочен по реализации. Вы же это фиксировали на камеру прилавки, да, снимали. Да мало ли что мы фиксировали. Суды тоже не любят смотреть и делать вид, что мы не видим, что на видеозаписи. В документе, в протокол осмотра места происшествия, зафиксируем это или нет. Случае... Либо пускай она признает, что данный товар просрочен, это вопросов нету. Пускай она его ест, там жрет, что угодно с ним делает. Я русским, по-моему, языком выражаюсь. Все, давайте фиксировать. И прятать ничего не надо. Либо фиксируем, либо она признает. Другого варианта нету. Он не хочет. Да я вижу, что он вот подыгрывает. А этот магазин всегда крышевали. Участковые. Звони в отдел полиции, я под видеозапись. Значит, заявление о том, что сотрудник участковый бездействует, отказывается оформлять протоколом осмотра. Ты грамотнее скажешь, вот. Давай я скажу. Сюда. Супер. Ну и что мы ждем, я не могу понять. Вот что мы ждем? Она там заявление пишет, что ли, или в чем проблема? Даже, кстати, можно зайти. Ой, что-то я... Сотрудник полиции, в чем проблема, не понятно. Там выход аварийный. Да, в чем проблема, почему мы вас ждем? Почему вы зашли в подсобное помещение? Посторонние здесь не должны... Вы общаетесь? Давайте вместе пообщаемся. Давайте вместе пообщаемся. Я не выйду. Это служебное помещение? Я не выйду. Отсюда. У меня есть основания подозревать, что вы занимаетесь здесь вымоганием или получением взятки. Не надо мне, я буду присутствовать при вашей беседе. Почему? Почему? Потому что я общаюсь с человеком. Серьезно? Серьезно? Прикиньте, служебное помещение. Служебное помещение? Ничего не попутал. Это вы попутали. Ничего не попутал. Я ничего не попутал. Мы сейчас хотим вас заменить, понимаете? Заменить. Замените. Потому что вы бездействуете. Мы уже звоним, не можем дозвониться. Не можем. Не можем дозвониться. Выходите. Что мне еще сделать? Это не служебное помещение. Как это не служебное помещение? Есть выход. Ну, служебное у тебя будет в кабинете, когда ты будешь находиться. Выход. Может, я там выйти хочу. Аварийным выходом когда, в каких случаях пользуются? Когда вы игнорируете нас, понимаете? Я сделал конкретное заявление, а вы удинились. Вы что здесь, договариваетесь, Вась-Вась или что? Крышуете магазин? Крышую магазин. Удобно вам? Так удобно будет. Все вопросы выяснили. Свободен. Свободен. Значит... Позови сюда нормального сотрудника полиции, который не крышует магазин. Ты сейчас сказал, что ты крышуешь магазин. Свободен. Денис, звони. Угу. Зафиксировано. Товарищ, как вас? Олег или кто вы? Так вот он на телефоне. Напомните, как вас зовут, представьтесь, согласно закону о полиции. Согласно закону о полиции, представьтесь. У меня непрерывная видеозапись идет. Они зашли в подсобное помещение. Ты что, отказываешься представиться, что ли? КБР. Отказывайся представиться, тебе еще раз спрашивают. Орел. Это меня.
Денис, позвони тому человеку, которому ты знаешь. Позвони, скажи, что вот этот человек отказывается представиться. О, он даже отказывается представиться? Да, да. Да ты что? Он сказал, что он крышует магазин и отказывается представиться. Ты лыбу не дави. Вылетишь как пробка. Если ты думаешь, что это нет, не будет, ты сильно ошибаешься. Не таких убирали. И тебя понятно. Уберут в первую очередь. Ясно, как стрелочника. Чуть тебе понятно? А, будешь в курсе? Ну давай. Или ты думаешь, что вас так сильно нуждается, что тебя сохраняют на должности? Ошибайся. Найдут другого человека. Или ты незаменимым себя считаешь? Желающих крышевать, поверь мне, найдется. Понятно. Понятно. Другое слово хоть знаешь? Нет? Понятно. Что еще скажете? Умного. Ну, потом ты будешь говорить. Позвони, хорошо? Ну, сейчас я ему смс напишу. Ты будешь оформлять просрочку, да или нет? Составим все необходимые документы. В чем вопрос-то? В том, что у меня травма причинена, у меня позвоночник болит, мне шею чуть не свернули. Сказали, мне нужно выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Что непонятного? Идите на улицу. В чем вопрос-то? Вопрос в том, что просрочку увезут и спрячут. Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Да. Если бы мы могли так сделать, мы бы давно уже вышли. Мы поэтому сотрудниками ППС вынуждены были вас дожидаться, потому что эти товарищи... Вы сами себе проблем делаете. Это мы себе проблемы делаем? И чем это мы проблемы делаем? Чем мы себе проблемы делаем? Вы зайдете, чем мы себе делаем проблемы? Я не знаю, какие-то находите непонятные. Мы находим. Суки, не можете выйти, ничего с вашей тележкой, она никуда не испарится. Да она что ты говоришь? А потом я буду доказывать, почему я покинул магазин, да? Нет уж, извини. Я буду делать то, что считаю нужным. Владимир, кто вам доказывал? У вас непрерывная видеозапись. Раз. Да плевали все в суде на твою видеозапись. Дело будет рассматривать в мое отсутствие, потому что я, видите, намордник не одел, понимаешь? Я вас упырей всех знаю, как вы себя ведете. Можно потише, я как-то сработаю за программой? Ну так скажите сотруднику, поменяем место дислокации. Вот выйдите туда. Ну скажите сотруднику, я выйду туда. Я на данный момент с сотрудником полиции общаюсь. Подождите его. В торговом зале. Давайте сделаем так. Минут. У вас мой телефон есть, но я не могу на телефон ответить. Денис, скажи свой номер телефона. Есть у меня, Дениса... у меня спам идет на телефон, у меня выключен звук, я не услышу. У Дениса Анатольевича. Короче, мы будем стоять на улице, я хочу подышать свежим воздухом. Давайте, и меня болит спина. Хорошо. Конечно, порцовый баллончик нормально. Распылять у меня работники потом задыхались. А нормально по лицу бить кулаками? Нормально? И выбивать камеру из рук нормально? Чё лыбу давишь? А чё ты орёшь на меня? А чё ты влезаешь в разговор? Вот я сиди и не дергайся. Владимир Владимирович, давайте сходите, подышите, успокойтесь. Мы... Я вам позвоню. Спасибо, тогда... что разрешили. Всё. Под вашу ответственность. Давайте, не переживайте. Всё. Да чё мне переживать? Это ты переживай за свою должность уже. Ты! Для меня ты, пока ты не представился, понял? Пересмотрите видеозапись, там всё озвучено. Что мне ещё сделать? Что мне еще сделать, можете, а? До отдела полиции дойти. Что мне еще сделать, а? Выйдите пока, подождите. Что мне еще сделать? Позвоню. Что мне еще пересмотреть? Денису Анатольевичу перезвоню. Что мне еще пересмотреть, а? Орел. Я тебя буду орлом называть. Да ради бога, да? Хоть главное в печку не ставь. Как тебя еще называть, чтобы ты не обиделся? Олег Евгеньевич. О, Олег Евгеньевич, значит, угадал, Олег. Так вот, Олежка, не будь мусором, а будь сотрудником полиции. Выражение выбирайте. Я тебе говорю, нормальные выражения, которые приняты в обиходе. Так вот, не будь им, а будь сотрудником полиции. Олег Евгеньевич. Хамло этот Олег Евгеньевич, оказывается. Блин, собирались поехать перекрёсток в полу, угу. Да? О, у меня шея болит, вообще не могу. Чё там потянул, наверное, что-то. Так поехали съездим. Не, нам надо, вот надо, надо. Сначала тропун заедем туда? Да.
Здравствуйте. У нас будет заявление. Нам бы желательно человека, который примет заявление, потому что участковый Олег. Олег. Ну, короче, не исполняет свои обязанности. Вынуждены были поэтому обратиться напрямую. Камеру, я не разрешаю вам снимать меня. Не разрешаете? Да, тебя я не разрешаю снимать. Вы можете написать заявление, А вы можете позвать человека, сотрудника, который все разрешает? А я не разрешаю. Уберите. Нет, это я понял. Поэтому позовите того сотрудника, который разрешает. В данный момент я нахожусь на своем рабочем месте. Больше никого нет. Так что кого вам надо? То есть вы находитесь на рабочем месте и не разрешаете? Я вам снимать себя. А напомните, как вас зовут, Ширяева? Ирина Александровна. Как? Ирина. Ирина Александровна, давайте не будем как бы друг дружку строить глазки. Хотели написать, присаживайтесь. Я устно подам. Вы сегодня накрашенная, красивая, поэтому хочу, чтобы вас как бы народ посмотрел. Я против. Ну, это ваше уже как бы личное мнение, поэтому вы на работе. Примите, пожалуйста, от меня устное обращение о совершении преступления. Да, в связи с тем, что на меня совершено нападение. Мамаев Владимир Владимирович, значит, по адресу Ленинградская 20/3, магазин «Перекресток», торговый центр «Волна», на меня было совершено нападение и причинен физический вред. Нападение. Это значит, сотрудники магазина причинили мне физический вред, нанесли побои. И, на мой взгляд, причинили легкий вред моему здоровью. Поэтому мое заявление по 115 статье Уголовного кодекса. Прошу провести проверку и, соответственно, назначить меня на экспертизу по оценке. В отношении тех работников, которые совершили потасовку в магазине. А у меня, соответственно, имеется видеозапись. И прошу видеозапись с камер наружного наблюдения данного магазина изъять во избежание их уничтожения сотрудниками магазина. Значит, видеозапись предоставлю... По первому же требованию, просто надо мне ее сейчас скачать, соответственно, с моих устройств. Сейчас не могу предоставить в данную секунду. Все зафиксировано, непрерывная аудио-видеозапись. С того момента, как мы зашли в магазин, совершены были побои в отношении меня лично и другого человека, который сейчас отдельно подаст заявление. Ну, в принципе, да, все. А уже сотрудник пускай возьмет с меня объяснение, направит меня на медицинскую экспертизу для определения степени причинения мне вреда. Говорите, мне это говорите. Вы на камеру говорите или мне говорите? И на камеру, и вам. Вы же как бы, ну, чтобы понимали, о чем идет речь. Идет речь о преступлении по 115 статье Уголовного кодекса. Если признаков там не будет, значит побои. 6.1.1. А допишите, пожалуйста, что прошу не просто провести проверку, а в рамках статьи 115 Уголовного кодекса. Легкий вред здоровью. Я же сказал, что направление мне необходимо на заключение, чтобы сделали. Я понимаю, кто будет выдавать, чтобы от меня заявление поступило конкретно. Я обращаюсь с заявлением по 115 статье Уголовного кодекса. Это важно. Да, Ирина, это так. Ну, вот это важно добавить, что я прошу. Добавить, сразу говорите. Ну, добавьте, что видеозапись предоставлю. По требованию видеозапись предоставлю. Сейчас не могу приложить, потому что она у меня в приборе находится. Мне нужно ее скачать. Ну, в любом случае, я ее опубликую. Поэтому, как говорится, будет желание, можете посмотреть, как все происходило.
И обязательно укажите, обязательно допишите, я сейчас буду на этом настаивать, чтобы изъяли видео. Вы почему-то упустили этот момент. Это основное и единственное доказательство, ну не единственное, но основное доказательство, как все происходило. Вова, внутреннего наблюдения, не наружного, не улицы, внутреннего. Ну, внутреннего наблюдения. Камеры, которые находятся в магазине, которые установлены в торговом зале, я вам уточняю. Если я напишу данного магазина, будет понятно? Нет, укажите конкретно. Камеры внутреннего наблюдения установлены в торговом зале магазина «Перекресток». Ленинградская, 20/3. Ну, мало ли, дурачка включат, и будут какие-нибудь другие камеры брать. И укажите, за какую дату. Именно за... какое сегодня число? 3. За 3/12/2023 год. Во сколько мы зашли туда? Часов где-то 10, наверное. Правильно, 9:30, может, не знаю. Ну, с 9:30 до... Во сколько примерно мы ушли туда? Сколько сейчас время? 10:30 мы нашли просрок. Вот эти. Ну и до 13 часов, примерно вот так вот. С 10 часов до 13 часов, вот за этот период. Лысый куда делся? Не знаю, как его зовут. Ну, я отслеживаю, наказали его или нет, уволили или нет. Не обязаны вам говорить, вам должны были ответы. Не дали, представляете, не дали. Но я еще немножко подожду и напишу жалобу уже на тех, кто не дал ответа. Угу. Ваш лысый сделал контент, конечно, больше 100 тысяч просмотров. Рейтинг стремите. Вам же это надо? Ну, я не знаю. Это вам виднее, что мне надо. Я не знаю. Вы мне что дали? Ремонтные работы в тихий час, улица... Новая плата 3. Это здорово. Или у вас тоже не сохранилось? Как-то было, мне там вводили полицию номер 3. Писал, 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 а потом оп, и не сохранилось. Все возможно, да. Не, но потом все-таки сохранилось, когда он понял, что ему придется заново писать. Так что со мной этот номер не пройдет. Ленинградская, 20/3, в перекрестке, сотрудники магазин. Ну ладно, пускай будет магазин. Нанесли. Физический вред просит провести проверку в отношении сотрудников магазина по статье. Имеет видео в данном факте. Такое. Ну, Ирина, у вас как вообще с русским языком, с падежами, там, с окончаниями, со всеми делами? Все же было красиво написано, нужно было только дописать некоторые строчки. Вы взяли, все заново переписали. Ну, вас не устраивает, говорите только побыстрее, чтобы и меня да, не отвлекать лишний раз. Ну, давайте тогда как-то я вам продиктовал, так вот как продиктовал, так и напишите. Вы можете взять ручку и написать заявление так, как вам нужно. Если вас... Ладно, Ирина, у меня есть как бы в конечном итоге видеофиксация вашей, скажем так... Да я знаю, что я могу, не нуждаюсь. Дайте ручку, пожалуйста. Пожалуйста, ручку вам. Пишите, вашу руку вам, из сердца. Как вам хочется, пишите. Хочется заморочиться, да. Загораживайте, пожалуйста, мне вход. Отойдите в сторонку. Отошел. Сейчас, секунду, давайте я тут запишу. С моих слов. Записано. Напишу, что верно, но не совсем верно. Вот на видео говорю, не совсем верно. Мной прочитано. Дополню еще, что прошу взять объяснения. Вот, как-то так, чтобы это было зафиксировано.
Где фокус-то, блин? О, поймался. Все, Ирина, спасибо. Принимайте следующего клиента. Здравствуйте. Ну, тоже заявление. Напали на меня охранник перекрестка. Масло. Денис Анатольевич. Около 11 часов в магазине перекресток. По улице Ленинградская. Дом 20, корпус 3. Двое охранников. Охранник электроника. Напали на меня, один из которых ударил меня кулаком в лицо. Напали, и что он еще раз? Один из которых ударил меня кулаком в лицо. Просто так ударили? А как можно ударить? Не просто так? У нас же людей так просто не бьют на улице. Ударил по лицу, и что дальше? Причинил физическую боль. Да. Причинил физическую боль. Я не слышу просто. Плохо. Потому что вы не говорите, я не слышу. Причинил физическую боль. Все? Прошу, прошу привлечь по статье 6.1. Точка 1, да, побои. 6.1.1. КОАП. Ну, точнее, то он не знает. А, КОАП. Все? Все. Ну, все, да. Все. Ирин, а важно, за что побои наносят? Или как? Или это смягчающие обстоятельства? Просто узнать, за что людям лицо бьют. Просто так охрана, мне кажется, не бьет. Ну, это вам кажется. Чтобы вас по лицу ударили. Я вот и спрашиваю. Ну как вы думаете, что мы должны были такое сделать? Мы должны догадываться. Я же вас спросила, а вы мне вопрос задаете. Ничего не сделали плохого. Просрочку выявили в магазине. Им это не понравилось. В какой степени это было? В агрессивной? Абсолютно нет. Ну, не знаю, я была в магазине, тоже просрочку людям говорила в магазине. И что в итоге? Ну понимаете, вы... Так вот, людям не нравится, когда мы общаемся под видеозапись и фиксируем это на камеры, а потом подаем иски в суд. И заранее за два дня предупреждаем их о том, что придем с проверкой. Им это не нравится. Они готовились к нашему приходу, но увидите неудачно, все равно премии их лишат. Вот это называется обида и желание отомстить. Мотивы есть, не переживайте. Вы знаете, идет девушка, ее изнасиловали. Она виновата, что она девушка? Давайте по факту. Ну вот я вам по факту и отвечаю на ваши слова. Ну вы просто спросили, за что. Вот мы вам предполагаем, за что. За то, что, кажется, мы вот такие. Вам бы, дай волю, вы бы меня тоже ударили. Нет? Да? Ну, я не знаю, Ирина, вам видней. Я в эти игры, конечно, не играю, но если вы предложите, я могу попытаться с вами поиграть. Давайте не будем обсуждать, это вообще ни к чему. Ну, вы же сами начали. Вы пришли, написали заявление, лишь ну, как не нужно, а как контент? Ну, это вам нужно, это не нужно. Ну, естественно, нам нужно. Владимир Владимирович, она увидит себя в интернете, будет у нее желание ударить вас по лицу. Угу. Да, Ирина? Ланенька, Ирина, всего хорошего. Вы сегодня прекрасно выглядите. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Он даже не просрочку защищает. Их, значит, оберегаешь от гадости в магазинах. Угу. Они еще ижи защищают. Вот так вот, Денис. Да. Спрашивают, за что тебя ударили? Да. Как говорится, как в анекдоте. За просрочку поубывал бы. Просто поубывал бы. Веселье. Да. Очень весело. Так, ладненько. Тушу я все камеры и иду на монтаж.